В Ленинградском областном суде огласили суровый приговор дальнобойщику из Волосова. Мог бы получить пожизненно, но спасли признательные показания. Весной 2011-го Олег Ахтияйнин изнасиловал 10-летнюю племянницу, а потом задушил, чтобы девочка никому не рассказала. Тело ребенка положил в багажник автомобиля и вывез в лес. Останки нашли спустя 3 месяца, но изобличить педофила-душегуба удалось лишь года спустя. В декабре 2019-го его задержали. Я взял одну подушку оттуда, накрыл ее лицо. Так вот, и придавил лицо ей. Судом мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.